Осторожно, спам. Неизвестные рассылают казахстанцам ложную информацию от имени государственных налоговых органов. Одним из получателей такого сообщения стал карагандинский предприниматель Денис Сухачев. На своей странице в Фейсбуке директор хостинг-компании выложил скриншот присланного письма, в котором его оповещают о возбуждении уголовного дела по факту финансового преступления. Для ознакомления с документами Денису предложили пройти по ссылке на файл, в котором содержалась вредоносная программа для хищения информации. Между тем, на официальный запрос нашего телеканала в Комитете госдоходов сообщили следующее. Каких-либо рассылок на электронные адреса налогоплательщиков его сотрудники не отправляют. Вся информация публикуется на портале ведомства. Некая Динара Аюпова, с электронного адреса которой было отправлено сообщение, в штате Комитета госдоходов не числится.